Ну, общественный совет при департаменте финансов и банки довольно активно принимают участие в днях финансовой грамотности. Я лично принимаю участие в нескольких комитетах по финансовой грамотности. И сегодня такое, мне кажется, довольно значимое событие для всей Вологодской области. Сегодня мы собрали подрастающее поколение, это наших студентов и старшеклассников, для того, чтобы озвучить им основу финансовой грамотности. Тема моего выступления сегодня была, почему необходимо думать о будущей пенсии с молодости. Я рассказала нашим слушателям, нашим участникам, как важно иметь белую заработную плату, как важно следить за выпиской из лицевого счета, которую можно оформить на портале государственных услуг. Я участвую в конкурсах от департамента финансов еще в школе, и поэтому, когда поступил в университет, тоже продолжил уже, так сказать, традицию. С каждым годом конкурсы, номинации в конкурсах становятся новыми, поэтому интересно участвовать. Я участвовала в этом конкурсе первый год, в номинации «Лучший очерк о финансисте». В процессе работы над самим конкурсом я узнала очень много нового. Я изучала лучших финансистов России, изучала их биографию и много узнала для себя полезное. Информационные дни финансовой грамотности очень важны сегодня не только для взрослого населения, но и для школьников, для студентов. Очень насыщенная информация, очень понравились спикеры, очень разнообразная представлена сегодня была информация в рамках информационного дня. И считаю, что для школьников и студентов это хорошая возможность определиться со своей будущей профессией. Эта неделя у нас насыщена мероприятиями по финансовой грамотности. Вчера в департаменте финансов прошел день открытых дверей, на который мы пригласили ребят, школьников, студентов. И ребята получили не только полезную информацию по вопросам повышения финансовой грамотности, но мы и лучших отметили, победителей наградили, сертификаты получили участники за активное участие в конкурсах, которые проводит департамент финансов по повышению финансовой грамотности.